Владимир Путин обсудил строительство метрополитена в Красноярске с субподрядчиком строительства первой линии Русланом Байсаровым. Встреча состоялась накануне в Кремле и была посвящена развитию инфраструктуры в регионах страны. Напомню, Красноярскому метро утвердили новую планировку. Теперь в проекте будут активно использоваться тоннели, которые строились еще в советское время. Также Байсаров рассказал, что в работе будет задействовано 9 тысяч специалистов, в основном сибиряки. Это не только даст большое развитие самому городу, но также откроет дополнительные рабочие места и привлечет новые инвестиции в регион. Также президент заинтересовался красивыми названиями для тоннелепроходческих щитов, которые придумывают красноярцы. Тоннелепроходческие щиты, так принято, мужики называют женскими именами. Вот мы назвали второй Екатерины, потому что она родом оттуда, бетонщица, герой соцтруда, и Валентина.